Займите удобное положение. Закройте глаза. Представьте, что перед вами книга раскрыла свои страницы, и вы готовы к погружению в новую историю, в новый мир. Все ваше тело расслаблено, невесомо. Сосредоточьте внимание на дыхании. Очень медленные вдохи и спокойные выдохи. Краски мира становятся не такие яркие. Посторонние звуки стихают. Вы чувствуете и воспринимаете только свое тело и мой голос. Вы следуете за ним. Вы сейчас достигаете состояния полного, безопасного, физического и душевного покоя. Это легко. Всего лишь нужно глубоко вдохнуть воздух полной грудью и медленно его выдохнуть. Мысленно дав себе установку, расслабься. Расслабьтесь, все хорошо, все будет хорошо. Ваше тело находится в состоянии полного покоя, а разум работает ясно и четко, максимально эффективно, впитывая всю полезную информацию. В состоянии глубокого расслабления тела и сознания позвольте себе представить ситуацию, когда вы все контролируете и вы в безопасности. Затем вспомните все счастливые моменты, которые произошли в вашей жизни. Неважно, когда это было, в далеком детстве или недавно, связано с отдыхом, путешествиями, близкими или любовью. Главное, поймайте эхо того пережитого вами абсолютного счастья. Прикоснитесь к нему. Почувствуйте его лучезарное тело. Окунитесь. Полностью окунитесь в эти ощущения. Thank you.
А теперь представьте, что вы оказались в весеннем саду. В солнечном, теплом саду. Сочная зелень, белые облака цветущих яблонь, яркие полевые цветы перед вами. Воздух свеж и приятно пахнет сиренью, черемухой, цветущими абрикосами. Вас окутывают запахи свежескошенной травы, одуванчиков, парного молока. Высокие деревья дают обильную тень, но солнце все равно пробивается сквозь листву. И его косые лучи ласкают ваше лицо, шею, плечи, грудь. Вам тепло и хорошо. Вы ощущаете уют и безопасность этого сада. Вы слышите, как шелестит трава. Вы слышите, как шелестит листва у вас над головой, как в ветвях поют соловьи, как они радуются жизни, теплой весне, как они счастливы. Возле сада находится небольшой пруд. Вы на берегу. Вы смотрите на его спокойные, безмятежные воды, в которых отражается синее-синее, чистое небо. Вокруг вас весенний сад, вы на берегу красивого пруда, вам тепло, уютно и безопасно. И в тот момент, когда вы находитесь в одном из самых прекрасных мест на Земле, вы вспоминаете о пережитом когда-то ощущении абсолютного счастья до малейших подробностей. Вспоминаете, как вам когда-то было хорошо и приятно. Вспоминаете, какие произошли тогда события. Вспоминаете себя и что вы тогда думали, что говорили, что чувствовали в тот момент абсолютного счастья. А теперь
прислушайтесь к своим ощущениям. Ощущениям в тот момент, когда вы вспоминаете о хорошем, о приятном. Вы сейчас находитесь в состоянии успешного и счастливого человека. Примите его всей душой, всем сердцем. Запомните нахлынувшие на вас приятные эмоции. Задержитесь в них как можно дольше. Для вас это очень важно, уметь ловить момент счастья и пребывать в нем как можно дольше. Позвольте себе сохранить его, чтобы эти ощущения, эти эмоции вас сопровождали на протяжении всей жизни. Это важно. Помнить о счастье и уметь к нему прикасаться. Это важно сейчас. Это важно всегда. Вспоминайте. Проживайте вновь все свои счастливые моменты. А теперь я буду считать до 10. И когда я скажу 10, вы откроете глаза и будете чувствовать себя бодрым и умиротворенным. Вы будете прекрасно себя чувствовать. Вы будете здоровы и полны сил. Один. Пробуждение
начинается. Ваш внутренний мир прекрасен, но не менее красив и манящ внешний мир, в котором мы все живем. Он ждет вас. Два. Ваше тело, мышцы, ваши нервы здоровы. Ваша кровь кипит от энергии. Все страхи ушли и никогда больше не вернутся. Три. Ваше тело становится моложе, крепче, красивее. Страсти и напряжение испарились. Четыре. Вы чувствуете, как ваша душа наполняется силой. Вы видите ее красоту. Все лишние заботы и усилия остались позади, в прошлом. Пять. Ваше тело становится полностью здоровым. Все болезни ушли и никогда больше не вернутся. Шесть. Ваш разум открылся всему новому и принял действительность такой, какая она есть. Он стал активным и творческим. Все проблемы ушли, растаяли, как туман. Семь. Вы стали человеком успеха. Почувствуйте в себе этот успех. Вам отныне все по силам. Вы все сможете. Восемь. Вы познали мудрость. Примите ее. Сберегите ее. 9. Вы познали любовь. Вы любите, и все вам отвечают взаимностью. Почувствуйте в себе эту любовь. 10. Вы открываете глаза и чувствуете себя здоровым, мудрым, радостным, заполненным силой, любовью и счастьем. 10. Улыбнитесь, сладко потянитесь, насладитесь чувством радости. У вас все будет хорошо. У вас все будет прекрасно. Вы любите мир, и мир любит вас. Улыбайтесь. Все будет хорошо.